будет. Вот, и сверху такой же полочек, иконочка, мы его осветим, этот колодец, и каждые, многие приезжают, иногда воды не бывает, будет оттуда брать водичку, друзья. Вот это вот на наших планах. Вот. И вот этот человечек, который вот этот с Божьей помощью, с помощью ваших сердец и ваших средств, вот этот, этим ансамблем занимается, вот и с иеродиаконом Рафаилом, многие, может быть, не знают, который у нас в храме служил, это келейник старца Илия, напели они духовные песни. Вот этот диск называется «Вижу райские в небе поля». Песни духовные, которые о любви к Богу, о любви к Родине, о любви друг к другу. И вот Валерий Полосьмак, человечка, сделал аранжировки к этим песням. Вот. Поэтому вот у кого это особенно обращено, это к подрастающему нашему поколению, чтобы не только они вот что-то такое примитивно ужасное слышали, да, и не задумывались даже, а все-таки хочется, чтобы немножко они и вдумывались иногда в слова, о чем поются песни. Поэтому вот я как подарок молодому нашему поколению, если есть желание, можете вот приобрести этот диск. Милые мои человечки, все, что на сердце у меня было, я вам высказала.
Аронову кресту, и каждый, так чтобы не задеть, приложитесь к святой Голготе.